Время новостей на телеканале «Актис», в студии Данил Недзельский. Здравствуйте! В эфире программа «Местное время». Все самые актуальные и интересные новости от наших корреспондентов. И коротко, о чем расскажем сегодня. Дефицит дождей стал причиной пожаров при Ангаре и Якутии. К такому выводу пришли ученые. Не хватает рук. Образованных людей становится больше, а простых работяг меньше. Какие профессии нуждаются в кадрах? Расскажем в выпуске. Лакокрасочные материалы и фекалии. Ученые определили природу загрязнения воды в Байкале. И по заслугам. Иркутский стрелок Артем Черноусов награжден медалью ордена за участие в Олимпийских играх. Причиной возникновения пожаров при Ангаре и Якутии научный руководитель Гидромедцентра России Роман Вильфанд считает дефицит осадков. В Сибирском федеральном округе выпало 65% за 3 месяца. За июль 43% от нормы. Это существенное отклонение. Дефицитом считается, если осадки выпадают менее 80%. В Алтайском крае 77%, в июле 48%. В Якутии, где больше всего пожаров, всего-навсего 75%. Но там и нормы небольшие, там норма 53 мм, а тут еще меньше выпало. Как сообщили в пресс-службе авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в Иркутской области на 12 августа сократилась лишь на 2%. Во власти огня более 120 тысяч гектаров леса. При Ангаре действует 22 очага. Заболевание COVID-19 постепенно идет на спад. Снижается суточный прирост инфицированных. Чуть более 400 случаев ежедневно. Так, по последним данным оперативного штаба, в регионе выздоровели 76 856 человек. Сократилось и количество летальных случаев. К этому часу в регионе от коронавируса скончались 4152 пациента. Однако потребность в кислороде в ковидных госпиталях остается по-прежнему высокой. Восполнить дефицит стараются волонтеры и активисты. 25 концентраторов сегодня доставили в Шелиховскую районную больницу. Александр Бычков с подробностями. Третья волна коронавируса в Приангаре протекает особенно тяжело. Острую нехватку кислорода на пике пандемии ощутили практически во всех ковидных госпиталях, в том числе и в Шелиховской районной больнице, где на лечении находится 340 пациентов. При этом в разгар эпидемии около 100 коек не имели подачи кислорода, жизненно важного для тех, кого коснулся вирус. В рамках акции оказания помощи врачам волонтеры движения «Мы вместе» с активистами семейной приемной доставили в учреждение 25 кислородных концентраторов. Эпидемиологическая ситуация, как вы знаете, довольно напряженная. Естественно, к нам в семейную приемную поступали запросы, связанные в том числе с тем, что не хватает кислорода, и очень нужны кислородные концентраторы. Мы со своей стороны постарались сделать все возможное вместе с социально ответственным бизнесом. Каждая единица оборудования способна обеспечить кислородом по две койки. По словам главного врача Оксаны Вельм, новые концентраторы нужны больнице как никогда. Особенно в свете участившихся случаев заболевания детей. Сейчас на постковидной реабилитации в учреждении находится 10 школьников. Безусловно, вот это очень символично, что семейная приемная откликнулась, помогла нам. Не осталась равнодушной, не прошла мимо, выбрала наше учреждение. Районные больницы нуждаются тоже в том числе и в поддержке. И ковидом болеют чаще семьи. И мы не раз наблюдали, когда пациенты поступали к нам с семьями. Символично и то, что активную помощь больнице в доставке кислородных концентраторов оказали волонтеры-медики. Молодежь, которая планирует связать свою жизнь с медициной. И такая акция может стать отличным примером взаимодействия социально ответственного бизнеса и общественников. Я считаю, что это необходимо в наше время, в наше непростое время. Сейчас необходимо всем гражданам объединиться, потому что это не просто эпидемия, это уже пандемия. А пандемия все-таки, как вы прекрасно понимаете, это охватывает большое количество населения. И прежде всего мы можем потерять сейчас самое основное, что есть у каждой страны, это ее граждане. Поэтому считаю своим долгом и чем могу, тем стараюсь помогать. Кислородные концентраторы пригодятся Шелиховской больнице и в будущем. Помимо использования оборудования в лечении коронавируса, оно успешно применяется в комплексной терапии хронических болезней легких, сердечной недостаточности, сосудистых и раковых заболеваний. Ирина Шавлюк, Александр Бычков, Дмитрий Новопашин. Местное время. Ученые Лимнологического института Сибирского отделения РАН определили природу загрязнения акватории Малого моря.
Черная пленка, которую обнаружили отдыхающие, состоит из лакокрасочных материалов и фекалий. Пробы воды брали с пляжной зоны острова Ольхон в поселке Хужир. По результатам исследований в воде обнаружили частицы сажи и зерна минералов. Кроме того, выявлено содержание маслянистой субстанции, применяемой в производстве смазок, пластификатов, красок и прочих синтетических продуктов. А пробы воды на санитарно-микробиологические показатели выявили, что Малое море заражено фекалиями. Показатели весьма высокие. И в продолжении темы Байкала. Все для удобства туристов. Посетителям Прибайкальского национального парка теперь доступны электронные маршруты. Они помогут сориентироваться на развилках и не заблудиться. Если турист не отклоняется от выбранного направления, то он может быть уверен, что двигается по верному и безопасному пути, так как треки составлены на основании официальных документов. На электронных маршрутах отмечены места для стоянок, а в будущем появятся обозначения достопримечательностей, памятников природы и обзорных площадок. Кроме того, весной этого года проект «Маршруты Байкала» выпустил аудиогиды по Приангарию. На сайте можно найти экскурсии по Листвянке, Большому Голоусному, Ольхону и другим местам. При Ангаре сотрудники ГИБДД объявили войну автомобилям с сомнительными номерами. Под пристальным вниманием инспекторов транспортные средства с нечитаемыми регистрационными знаками или вовсе без них. Полицейские отмечают, что некоторые водители оставляют номера грязными, чтобы камеры видеофиксации не смогли их распознать. Кроме того, на дорогах встречаются и те, кто закрывает их умышленно. За такое правонарушение водителю грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до 3 месяцев. В Иркутской области более 4000 школьников были трудоустроены на 2 летних месяца. Такие данные приводит Министерство труда и занятости региона. Для несовершеннолетних работников подбор вариантов деятельности осуществляется соблюдением трудового законодательства. Как правило, ребята участвуют в озеленении и благоустройстве территорий, оказывают копировальные, курьерские и другие услуги. Из-за мер профилактики распространения коронавируса школьники трудятся преимущественно на свежем воздухе и небольшими группами. Кроме заработной платы от работодателя, они имеют право на материальную поддержку от центра занятости в размере около 2500 рублей в месяц. Всего в этом году предусмотрено более 21 миллиона рублей для трудоустройства подростков. Стране нужны педагоги и айтишники. Минтруд России назвал наиболее востребованные профессии этим летом. В июле спрос на менеджеров, специалистов и инженеров в сфере IT вырос на 24%. Педагоги оказались на 10% более востребованными, чем месяцем ранее, сообщает российская газета с ссылкой на ведомство. А какие специалисты нужны в Иркутской области и как получить востребованные навыки, расскажем далее. За последние 30 лет процент людей, имеющих высшее образование, вырос в 3 раза. Как сообщает российская газета, если на излете советской эпохи диплом вуза имели лишь 11% населения, то сегодня он есть практически у каждого 3-го. Показатель хороший, но лишь на первый взгляд. На фоне увеличения доступности высшего образования, особенно для тех, у кого есть деньги на оплату обучения, упало как качество преподавания, так и престиж вузовского диплома. Потому наличие его на руках сегодня отнюдь не гарантирует успешное трудоустройство и высокую заработную плату. Параллельно с тем, как наибольшую популярность стали приобретать гуманитарные специальности, росла потребность в людях рабочих профессий. По данным известного сайта вакансий, в Иркутской области наиболее востребованными можно считать поваров, автомехаников, водителей, машинистов и электриков. Спрос на рабочих так высок, что в этом году правительство запустило федеральный проект содействия занятости, в рамках которого освоить азы востребованной профессии можно совершенно бесплатно. По сути, все российские граждане могут принять участие в этом проекте. И вообще желание гражданина лежит на нем самом. Он может самостоятельно подать заявочку через портал «Работа в России». Заходит на портал «Работа в России. Труд всем», выбирает программу, подает заявку на обучение и ждет ответа от образовательной организации. Курс длится несколько месяцев. Занятия проходят как в очной форме, так и удаленно. Только в Ангарске в рамках проекта планируют обучить 350 человек. 200 уже успели записаться на лекции. Выучиться востребованным профессиям по ускоренной программе в Ангарске можно в 5 учебных заведениях. Так в техникуме строительных технологий уже читают курс по специальности геодезия. Уровень подготовки может быть нулевой, у вас может не быть вообще образование, то есть, допустим, 9 классов. Уровень переподготовки – это когда у вас есть свидетельство, подтверждающее уже какой-то уровень квалификации. Люди с высшим образованием, то есть каждый гражданин может прийти на эти курсы. К
К слову, людей, окончивших вуз, большинство, примерно 60% от тех, кто записался на переподготовку. Что неудивительно, опять же, ввиду массовости высшего образования. Так, по данным сайта HeadHunter, более 40% людей с дипломом вуза работают не по специальности. Александр Бучков, Олег Левченко, «Местное время». Приютов для бездомных животных в Иркутской области станет больше. Инициативу поддержали на правительственном уровне. Впервые при Ангаре некоммерческим организациям выделят средства на открытие новых центров помощи. Деньги они смогут потратить на строительство вольеров, покупку кормов и другие цели. А пока выживать приходится только на голом энтузиазме и благодаря поддержке зооволонтеров. Собак Татьяна любила с детства, занималась их разведением. Ее питомцы – аляскинские маламуты, известные чемпионы международных выставок. А вот история помощи бездомным животным началась с маленького щенка Бима, который появился на свет уже глухим и слепым. Неравнодушная женщина забрала его к себе. Теперь Бим – любимец всей семьи. Как рассказывают хозяева, он обладает особенным навыком – чувствовать этот мир. Общительная, ласковая девчонка. Иди. Уютное пространство для будущих питомцев Татьяна организовала на частной территории загородного дома. В этом ей помог муж Юрий. Он сам построил несколько вольеров и загоны для прогулок. Первыми питомцами были обычные бездомные животные, а позже Татьяна вместе с дочерью Кристиной стали помогать больным и пострадавшим от человеческой жестокости собакам. Рабочие будни начинаются вообще с 7 утра. Встаем, кормим всех животных наших, убираемся, вот, чтобы было чисто, чтобы все были здоровы. Ну, то есть потом проводим процедуры, кому надо, какие-то витаминизации, какие-то уколы, какие-то массажи. Тех, кого удалось выходить, Кристина старается пристроить в добрые руки, в основном через социальные сети. Там же общается с другими волонтерами. Когда-то познакомилась с иркутянкой Зинаидой. Животным на добровольных началах она помогает более 2 лет. Сейчас, наверное, сильно много бездомных и тем более таких покалеченных животных. Ну, просто не могу мимо пройти. Это очень тяжело. Поддержать волонтеров готовы и на правительственном уровне. Впервые в Приангарье в рамках законопроекта о защите животных будет предоставлено 5 грантов. На эти цели в областной казне предусмотрено 19 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии, на которую вправе рассчитывать одно некоммерческое партнерство, это 4 миллиона рублей. Деньги можно потратить на строительство вольеров, ветеринарных блоков и обустройство приютов. Мы сейчас полностью информацию всю изучаем и надеемся, что нам окажут тоже какую-то помощь, потому что у нас территория сейчас это 1,8 гектара земли. Планирую я построить не сразу, но в будущем на 1000 животных. Команда волонтеров у нас очень-очень большая, поддержка очень хорошая, с уборкой, с кормлением мы совсем справимся. Поэтому такое большое желание и построить такой большой приют, оно есть. И, конечно, мы будем благодарны поддержке государства. Вадим Матвиенко – известный ангарский волонтер и блогер. Свой приют для животных «Помоги выжить» построил еще в 2016 году. Сейчас расширяется. В планах Вадима сделать большие вольеры для мохнатых подопечных. Поддержка от государства будет как нельзя кстати. А пока оказать помощь зооволонтерам может каждый желающий. В приюты всегда требуются корма и лекарства. А можно и просто подарить немного заботы и внимания братьям нашим меньшим. Мария Константинова, Ольга Щеглова, Олег Левченко, Дмитрий Новопашин. Местное время. 12 августа отмечается Международный день молодежи. Она играет значимую роль в развитии общества и часто занимается решением повседневных проблем. Молодым людям в современных условиях необходима поддержка государства. В этом году правительство Приангарья организовало конкурс проектов молодежных организаций. Подробнее о них расскажет Андрей Иванов. Молодежные проекты «Юные ангарчане» уже 3-й год подряд реализуют при поддержке окружной администрации. Деньги небольшие, но их вполне хватает на стартовый капитал. На одном из таких конкурсов свою идею презентовал победитель всевозможных грантов и участник форумов Владислав Блинов, специалист по работе с молодежью в учебном центре. Выигрывал я все на медиа-академию. Это школа по обучению молодежи, как правильно снимать видео, фотографировать и вести свои блоги, чтобы в техникумах, как бы, ну, это
было популярно, так сказать, чтобы они могли информацию свою распространять правильно. Выигранные средства Влад, как правило, тратит на закупку аппаратуры и техники для молодежного клуба. Своего рода учебное пособие для тех, кто хочет постичь мастерство фото- и видеомонтажа. Победителем муниципального конкурса стал проект «Клуб любителей настольных игр». Его автор Наталья Кузнецова. На воплощение своей идеи она потратила 12 тысяч рублей. Параллельно девушка участвует в экологическом проекте «Эпишура». «Эпишура» – это экологическая автономная организация. Мы занимаемся экопросвещением, то есть в различные школы ходим, читаем лекции, устраиваем просмотры фильмов, эко-квесты, тренинги, вебинары. То есть этим всем мы занимаемся. Также у нас проходят акции по раздельному сбору отходов. А Наталья Молготаева победила с проектом «Мастерская этноукрашений». По ее задумке молодые ребята смогут своими руками создавать украшения различных народов. Но я считаю, что наша молодежь готова к тому, чтобы улучшать наше общее будущее. Представить свои проекты в этом году можно будет и на областном конкурсе. Министерство по молодежной политике, культуре и спорту Приангарья уже объявило о его старте. Принять участие может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Сбор заявок открыт на официальном сайте. Андрей Иванов, Наталья Хмелева, Дмитрий Новопашин. Местное время. Иркутский стрелок, заслуженный мастер спорта России Артем Черноусов награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. На Олимпийских играх он завоевал серебряную медаль в пулевой стрельбе. Артем Черноусов стал вторым в паре со спортсменкой из Омской области Виталиной Басарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Указ о присуждении государственных наград участникам 32-х Олимпийских игр в Токио подписал Владимир Путин. Артем Черноусов является воспитанником областной спортивной школы Олимпийского резерва Приангарья имени Яковенко. В 2014 году иркутянин вошел в состав сборной команды страны. Он многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. Уроженка Ангарска, воспитанница местного Ермака София Лифатова вошла в состав сборной России по хоккею с шайбой, которая примет участие в чемпионате мира. Сообщение об этом появилось на сайте Федерации хоккея России. 18-летняя Лифатова играет на позиции нападающего. Сейчас она представляет команду женской хоккейной лиги «Бирюса» города Красноярска. Чемпионат мира пройдет с 20 по 31 августа в канадском Калгари. Песок, цемент и фантазия. Ангарчанин Юрий Слатин вместе с родственниками свой дачный участок превратил в цветочный музей под открытым небом. Своими руками команда садоводов построила сказочный дом, настоящий мост и оригинальный фонтан. Эфир нашего канала продолжит летний проект «Блогер с грядки». Добрый день. Меня зовут Слатин Юрий Владимирович. Я проживаю в садоводстве «Садовод». И это мой участок. Это на переднем плане баня. Это так называемый сухой ручей. Все насаждения, все постройки, это занимается у меня теща и жена. Вот этот мостик я помог жене, сварил конструкцию, остальное она все доделывала. Фонарики, это все сделано песок, цемент и очумелые ручки. Вот этот дом, домик Бабы-Яги, пока я был в командировке, сделала моя жена. Мою жену зовут Слатина Марина Михайловна. Вот такой домик есть на участке у садовода Юрия Слатина. А чем вы готовы похвастаться? Расскажите об этом на своих страничках в Instagram, и, возможно, тогда вы станете участником нашего проекта «Блогер с грядки». Вот эту клумбу тоже сделала моя жена. Ландшафтом занималась теща. Просто столбик был. Сделала из него дерево. Эти камушки она вообще из киплинга взяла.
Сегодня ко мне пришел председатель нашего общества Роман. Да, вот зашел, посмотрел, что у тебя гости, решил присоединиться. Интересы, да, по садоводству. Вот встречаемся, обсуждаем их. Ну, как и во всех садоводствах у нас. Да. До начала учебного года осталось меньше 3 недель, а значит, самое время готовить детей к школе. Приобрести форму, запастись канцелярией и спортивным инвентарем вам поможет магазин «Кари Kids». Как собрать ребенка в школу, сэкономив и время, и деньги, расскажем далее. Скоро в школу, а столько всего еще нужно купить. Подготовиться к началу учебного года вам поможет магазин «Кари Kids». Именно здесь вы найдете огромный выбор товаров для школьников по отличным ценам. Рубашки для мальчиков от 399 рублей, сарафаны для девочек от 699 рублей. В «Кари Kids» стильная одежда, удобная обувь, бижутерия и аксессуары для детей любого возраста. Перемерили практически весь магазин, приобрели блузку, сарафаны, туфли. Одежда в наше время должна быть модной, стильной, а главное – удобной. На следующей неделе планируем также приобрести рюкзак, тетрадки и канцтовары. Придем уже с папой. Магазин «Кари Kids» предлагает своим посетителям богатый выбор товаров для летнего спорта и отдыха. Все необходимое для занятий физкультурой предоставлено на прилавках. Есть в «Кари Kids» и канцтовары, тетради, ручки, пеналы, альбомы для рисования, краски и карандаши и многое другое. Именно здесь ваш школьник сможет выбрать себе рюкзак с любимыми героями. Мам, смотри, какой рюкзак выбрал. Красивый. Пришли за школьной формой, в первый класс ребенок идет. Выбор хороший здесь. Рубашки, брюки, жилетки. Канцелярию также приобрели. От рюкзака до линейки и точилки. Все купили. К школе, можно сказать, готовы. Помимо школьных принадлежностей, вы сможете порадовать своего ребенка новой игрушкой. А для самых маленьких чад имеются коляски и функциональные автокресла. Также в наличии обувь для всей семьи и широкий ассортимент аксессуаров. А главное то, что покупки не будут бить по карману. Любой товар можно приобрести в рассрочку. Плюс ко всему, в магазине проходят различные акции на одежду, игрушки, обувь и аксессуары. Действует программа лояльности «Кари». Это возможность покупать товары со скидкой до 30%. Также у нас можно рассчитываться бонусами «Спасибо» от Сбербанка до 99%. Магазин «Кари Kids» ждет вас по адресу город Ангарск, 192 квартал, дом 7. Собирайтесь в школу с удовольствием! Это были все новости на сегодня. Напоминаю, картина дня доступна и на нашем сайте. Его адрес actistv.ru, а также на странице в Instagram. С вами был Данил Недзельский. Всего вам доброго. Увидимся на телеканале Actis.